мемориал в Варшаве должен был, по сути, дать ответ лишь на один вопрос. Кто все-таки заслуживает представлять Россию в Казахстане в дивизионе средневесов? Триумфатор Евроигр Куруглеев или свежеиспеченный чемпион страны Найфонов? По идеальному сценарию, сойтись они могли только в финале. И дело к этому пренепременно шло. Эх, если бы не одно «но». При равном счете с Барановским Даурен был должен побеждать, но упустил момент и на последних считанных секундах отдал бал, тем самым пропустив финальный раунд. А вместе с ним и казахстанский мир. Ведь в параллельной схватке фаворит Найфонов уверенно и четко отобрался. А после и в финале разобрался, с поляком дерзким. Здесь ему пришлось, конечно, попотеть, чтоб в Нурсултан наверняка уж полететь. Но дело сделано, вопросов никаких. И сразу же Артур затих. Праздновать некогда, зовут великие дела. И интервью я взял почти у выхода. Искренние поздравления с победой на турнире. И не только с победой на турнире, но и с великолепным качеством борьбы, которую ты демонстрируешь уже не первый раз. Просто дал себе слово больше атаковать. И из турнира в турнир стараюсь реализоваться. Если вдруг плохо выступил, должен в следующий раз еще лучше. Так себе и говорю. И пока вроде все хорошо. После финала ты выглядел, наверное, не совсем таким довольным, если бы это был бы, наверное, российский финал, да? То есть тебе не хватало именно противостояния с Куруглеевым? Мне крепкий соперник был. Я не знаю, получилось так, как получилось. С Дауреном еще встретимся. Это, я думаю, не последняя встреча. Ну да, ждал его в финале, но так получилось. И поляк крепкий парень тоже. И мы с ним уже встречались. И тяжело с ним, постоянно прибавляет. Видно, что прогрессирует и стоит на месте. Несмотря на твой молодой возраст, ты уже не первый раз демонстрируешь устойчивую психику и нервы. В этот раз многое решалось, на самом деле, на этом турнире. Не давило психологически? Давление было, но я думаю, у каждого давление, но кто-то с ней справляется, кто-то не очень, и поэтому результаты какие, кто-то первый, второй, кто-то третий. С нервами, если человек справляется, дальше все будет хорошо, главное бороться. Пока что я сам не справляюсь с этим, на все стоны, пока нормально. Как сказал один психолог, если ты победил, тебе надо отпраздновать. Обязательно остановись и отпраздновай. Не, пока рано. Всегда, наверное, человек будет говорить рано, не знаю, где пик твой, но на самом деле сейчас точно рано, еще все впереди, дай бог. Сразу через 4 дня у нас Сочи сбор. И нельзя избавлять, нельзя только прибавлять. Но пироги я поем при этом.